Коли діти виставляють собак у ринзі, це завжди цікава подія. А коли юні хендлери виставляють своїх улюбленців на таких виставках, як World Dog Show, то це перетворюється на справжнє видовище. Конкурс юного хендлера – це конкурс для дітей від 9 до 17 років, в якому вони показують свої знання, вміння, правильно виставляти собаку, як її краще показати експерту. Анна почала займатися хендлінгом з 14 років і протягом 3 брала участь у конкурсах. В даний момент вже не участвую, так як вже виросла, але тепер вже просто виставляю собак в звичайних породних рингах. Конкурс юного хендлера вимагає від учасників виконання певних фігур у ринзі. Є спеціальні заняття, на яких він може навчитися, як правильно це робити, як ходити определені фігури, які тут існують. Обучать собаку этому, потому что собака должна быть немножко по-другому тренирована. Она должна уметь стоять на месте, не крутиться, не вертеться, когда ты будешь ее обходить. Она должна уметь ходить по кругу правильно, по фигурам, чтобы туда-сюда и хендлер не упал. Там очень много фигур. Основные фигуры это эксперт на эксперта, то есть по прямой, по кругу, треугольник, Т, Л, Г и С. И восьмерка также. Но также эксперты могут две фигуры совместить в одну. Щоби перемогти у конкурсі, звісно, слід готуватися і вивчити фігури, і знати породні особливості своєї собаки. Кому і яку собаку виставляти, спочатку обирають самі господарі. А вже потім, у процесі конкурсу, експерти можуть попросити учасників помінятися песиками. Здесь как бы сам эксперт выбирает, сам человек себе выбирает собаку. Потому что для маленького ребенка удобнее маленькая собака. Чуть постарше можно где-то среднего размера взять. Больших не рекомендуется брать, потому что с ними неудобно двигаться по рингу и делать фигуры. Анна каже, її найулюбленішою породою для хендлінгу лишаються її мопси. Они очень удобны, так как они подвижны. Их можно поставить в свободную стойку. Это очень плюс большой, когда ты вставляешь собаку. Ну, они как бы, ну, для меня они идеальны. Я не только своих собак выставляю, я ще также выставляла курцхаров, полнил бретонов и биглей. А почалося все, звісно, з того, що у домі з'явився пес Єлізар, надзвичайний мопс, гідний перемог на виставках. Появилась как бы начальная собака и захотелось как бы выставлять ее на выставках. Также на выставке я ходила какой-то конкурс детей, заинтересовалась, узнала, что это конкурс юного хендлера, начала читать о нем больше в интернете. Мне понравилось, и поэтому решила заниматься. Также я посещала много мастер-классов, семинаров, чтобы узнать, как более правильно выставить свою собаку, показать ее с лучшей стороны. Это как бы необычно, хотелось попробовать что-то новое. И оно стало вот интересно, начало втягиваться в это, начало получаться, начались появились первые места. И так бы больше сподвигло заниматься дальше. Найбільші секрети хендлингу – це як правильно зацікавити вашого песика, щоб йому було гарно з вами працювати. Тим паче, що для конкурсу «Юний хендлер» необхідно виконувати ще й різноманітні фігури. Ну, во-первых, это лакомство. Каждая собака, если что-то вкусное, она обязательно это будет есть. Если это, к примеру, мясо, и это очень нравится, и она будет за этим лакомством за собой делать, что хочет, лишь бы получить этот лакомый кусочек. Що ж, маленька компанія обіцяє вам підготувати нові кадри для наступних конкурсів юного хендлера. Бо ці заняття надзвичайно зближують дитину та її улюбленця.